ростовчане, всем привет! Каков день, такова и весна. Так говорили про 8 февраля наши предки. Ясная и безветренная погода предвещала раннюю и теплую весну. Сегодня достаточно ветрено, но у нас до конца дня еще есть время понаблюдать за погодой и понять, что нас ждет в ближайшее время. А погоду на завтра я готова рассказать уже прямо сейчас. Прогноз начну с сообщения об осадках. Дождь начнется сегодня вечером и будет поливать всю ночь, возможно, даже в компании с мокрым снегом. Температура воздуха при этом опустится до всего 1 градуса тепла. А в пятницу на уличных термометрах плюс 7, хотя еще накануне синоптики обещали 9-10 градусов. Дождь продолжится, а вот ветер совсем сдаст позиции и будет дуть с юго-запада со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление по-прежнему ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность дождевая 88%. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго!